Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в серии автомобильных краж на сумму более 7 миллионов рублей. Злоумышленники ночью с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя похитили автомобиль иностранного производства. В течение нескольких часов полицейские установили подозреваемых в совершении противоправного действия. Ими оказались двое уроженцев Средней Азии. В ходе дальнейших оперативных действий в Ленинском городском округе был задержан их сообщник, уроженец Закавказья. Мы разговаривали с оперативниками, они прекрасно, они сами подтверждают, что машину я не угонял. Ну, я, да, что было, то я говорю, что люди какие-то машины предлагали, я присутствовал, когда кто-то покупал машину. При проведении обысков полицейскими были изъяты мобильные телефоны, использовавшиеся во время совершения преступления, и оборудование, предназначенное для несанкционированного вскрытия охранных систем и запуска двигателя машин. Также обнаружены еще два ранее похищенных автомобиля. По данным фактам, следственными органами МВД возбуждены уголовные дела.